17 детей в Первоуральске заразились коронавирусом за неделю. 10 детей старше 7 лет, 7 дошкольников, в их числе 4 младше года. Среди заболевших подростков привитых от COVID-19 не оказалось. Двое детей накануне вернулись из Турции, где проводили каникулы. Программу «Сельская ипотека» сделали бессрочной. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы. По информации правительства, с момента старта «Сельской ипотеки» выдано более 97 тысяч кредитов на сумму около 187 миллиардов рублей, сообщает «Известия». Яблочный спас сегодня отмечают православные. В этот день разрешается собирать яблоки и готовить из них различные блюда. Также верующие ходят в храм, чтобы осветить там яблоки, груши и сливы. Считается, что в древности на яблочный спас славяне выходили вечером в поле, чтобы проводить уходящее солнце и попрощаться с летним теплом.